Всем привет, меня зовут Вадим Петраков, представляю магазин Доски Шоп. Катаюсь я на самокате 7 лет. Как пришел к спорту? В 2013 году пару моих друзей купили себе самокат и начали кататься. Я это увидел, и меня это вдохновило. От самокатного спорта ожидаю глобального прогресса, чтобы обогнать зарубежных райдеров и выйти на первое место. На протяжении долгого катания у меня появился любимый трюк – это фулвип. Сейчас я вам покажу, что я умею.